Мы в четверг ездили в ГАИ тренироваться, потому что в ГАИ должна быть гонка. Вот. Оттренировались, приехали в 7 часов вечера с тренировки. Помыли мотоциклы, поставили, ну, где-то, может, часов в 9 ушли. Закрыли все и ушли. А утром уже позвонили, что ваш гараж открыли. Мы приходим, вот тут такая картина. Нету трех мотоциклов, именно боевых. Но это вот будем считать тренировочные, а боевых мотоциклов нет. Вот. Ну, там еще электростанция, мойка, ключи, шлема. Ну, амуниция, она вообще кому нужна? Вот мотоботы, они кому нужны? Ну, то есть вот это все вынесли на 900 с лишним тысяч.